Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün artıq bərpa olunduğu bu günlərdə təkcə Mübariz İbrahimovun və baş leytenant Fərid Əhmədovun deyil, xalqımızın işğal illərində tökülən qanına və axıtdığı hər damla göz yaşına görə qisas almağa can atan minlərlə qəhrəman övladın keçdiyi şərəfli yola bir daha nəzər salmağın zamanıdır. 457 sayılı atsız yüksəklik sadəcə yaddaş simvolu və xəritədəki keçmiş təmas nöqtəsi deyil. Bu yüksəklik düşmənin keçilməz maneəyə və Ohanyan xətti adlandırdığı müdafiə zolağının vacib dalğasına çevrildiyi alınmaz qala idi. Bu proçişinin tropi, вот вы видите, шириной в 2 метра, мы пройдем именно на этот пост. Я хочу отдельно отметить, что зрители канала «Калибр» будут первыми, кто увидит воочию, во-первых, путь национального героя Мубариза Ибрагимова, во-вторых, мы являемся первыми СМИ, которые проходят на эту территорию. Нас предупредили, чтобы мы ни в коем случае не выходили за ограждение. Территория напичкана буквально минами противопехотными. В ложбинах есть даже противотанковые мины, которые были найдены здесь. Территория зачищена пока не полностью. Честно говоря, у меня уже пересохло во рту и путаются мысли, потому что каждый гражданин Азербайджана, каждый патриот этой страны понимает, где сейчас я нахожусь. Очень трудно передать мысли словами. Сейчас как раз вот мы поднимаемся на ту самую стратегическую высоту 457, на которую в свое время поднялся национальный герой Азербайджана Мубариз Ибрагимов и вступил в неравный бой с противником. Это, наверное, стало отправной точкой той самой горячей фазы конфликта, когда каждый азербайджанец понял, что пришло время начинать освобождать свои территории, и уже невозможно мириться с тем, что наши земли находятся под оккупацией. Вечная память всем героям Азербайджана, которые сложили свои головы, стали шахидами, но золотыми буквами вписали и свои имена, и эту победу в историю нашего народа. На самом подходе к вражеским амбразурам вы можете посмотреть на эти углубления. Они от противопехотных мин. Посмотрите на плотность, с которой враг их установил на этой территории. А сейчас мы непосредственно войдем на сами позиции той самой стратегической высоты 457, которая была освобождена во время этой войны. Вот еще одно углубление от противопехотной мины. Ermənistanın işğalçı kontingentinin komandanlığı çox gözəl bilirdi ki, ən vacib dayaq məntəqələrindən biri olan bu yüksəklik ona təmas xəttinin şimal hissəsində bütün cəbhəyə vizual nəzarət imkanı verir. Düşmən buradan işğal etdiyi kilometrlərlə ərazinin bütün istiqamətlərini perimetr boyunca görə bilirdi. Buradan praktiki olaraq Tərtər rayonunun qərb tərəfindəki bütün kəndlər və Tərtər şəhəri, Şıxarq qəsəbəsi, Tap Qara Qoyunlu kəndi, bir vaxtlar işğal altında olan Talış kəndinə və Su Qovuşan qəsəbəsinə gedən yol və ən əsası da Ağdərə istiqamətindəki müxtəlif yüksəklik dərəcəsinə malik müdafiə xətləri adi gözlə görünürdü. 457 sayılı yüksəklikdə yayın ən qızmar günlərində belə daim külək əsir. Soyuq qış günləri isə demək olar ki, dumansız keçir. Amfiteatr. Если враг потерял бы вот первые позиции, которые находятся во фронтальной части, он автоматически отступал на вторую, на третью линию. Здесь очень много подземных ходов. И сейчас мы попытаемся пройти еще вперед, чтобы показать вам укрепление. Так как территория очень плотно заминирована, мы перемещаемся практически по кубикам из песчаника, из которых выстроено это укрепление. Вот сюда попал снаряд, и насыпь обрушилась. Каждый сектор, каждая бойница и перед ней груды вот этих гильз, враг оказывал отчаянное сопротивление, пытаясь удержать эту высоту, которая является стратегической и очень важной на этой территории.
окопы. Вы можете посмотреть сами, насколько они укреплены. Это очень серьезное фортификационное сооружение с отводами, с подземными ходами, с местами для размещения вооружения, с отличными секторами прострела. Вот этот импровизированный перископ, он изготовлен из канализационной трубы с применением двух зеркал верхней и нижней части. Аналогично мы видели во время визитов Никола Пашиняна на армянские позиции. Вот один из продуктов армянского ВПК. Оно не размокало, в отличие от ранних фанерных моделей. Практически каждый сектор фортификации оборудован вот таким вот убежищем от арт-удара. Перекрытия металлические, сверху обложено покрышками и засыпано толстым слоем грунта. Пробить минометами, минами практически нереально. Фланговая позиция данных укреплений, которая была разнесена нашими гранатометчиками в первые минуты боя, который здесь завязался. Половина личного состава оккупационного контингента была уничтожена в первые минуты боя артиллерийским огнем с нашей стороны. Вот один из результатов — пробитый осколком магазин. Каждый из таких проходов оборудован вот этими нишами, в которых противник хранил свои боеприпасы. Вот пустые короба от патронов и вот заглушки от сербских гранат. Какими бы серьезными не были укрепления на данной территории, вы видите результат артиллерийского удара азербайджанской армии. Некоторые уничтоженные здесь оккупанты были найдены спустя месяц, так как были под завалами, и только по зловонию на определенной территории они были найдены поисковыми бригадами и переданы вражеской стороне. Также на фронтальных позициях заметны вот эти ложные камеры наблюдения, изготовленные примитивным способом. Конечно же, наши вооруженные силы знали, что это не камеры, потому что были серьезные системы наблюдения за противником. Получается, что он сам себя обманывал. А дальше позиции развиваются в виде амфитеатра. Потерявшие фронтальную область противник мог еще отстреливаться со второй. 457 sayılı atsız yüksəliyin strateji əhəmiyyətini Mübariz İbrahimov da çox gözəl anlayırdı. İşğalçılar məhz onun misilsiz hünərindən sonra öz müşahidə postlarını gücləndirdilər. Minimum 6-8 ay avtonom rejimdə davam gətirə biləcək istehkama çevirməyə çalışdılar. Bunu həmin ərazi azad olunduqdan sonra oradan tapılan ərzaq, silah və döyüş fürsatı, çoxsaylı günəş batareyaları və su çənlərindən də görmək mümkündür. Möhkəmləndirilmiş istehkam qalanın strukturu yenidən dəyişdirilərək müxtəlif səviyyələrdə elə qurulmuşdu ki, birinci müdafiə xəttini qoyub geri çəkilməyə və ikincidən atəş açmağa düşmənin 120 mm-lik mina atanlar və propan mərmilər atan kustar mortiralar qoyduğu yerdə həm yüksəklikdən, həm də cinahlardakı mövqelərdən 60-82 mm-lik mina atanlarla müdafiə olunmağa imkan verirdi. Strateji yüksəklik ətrafındakı bütün əraziyə piyadalar və tanklar əleyhinə minalar bastırılmış, tikanlı məftillərdən çəpər çəkilmişdi. Daha sonra tunellərin apardığı gizli yeraltı mövqelərdən atəşə tutulan xüsusilə mürəkkəb relyefli sahələr başlayırdı. 2016-cı ilin aprelin acı təcrübəsindən dərs alan erməni işğalçılar çox gözəl anlayırdılar ki, xilaskar Azərbaycan döyüşçüsü üçün keçilməz istehkamlar, yerinə yetirilə bilməyən tapşırıqlar yoxdur. Bu səbəbdən düşmən cəhənnəmə möhkəm hazırlaşmışdı.